12 февраля 2019 года состоялась пресс-конференция Turkish Airlines, на которой были подведены итоги и объявлены результаты деятельности компании в 2018 году, а также планы на 2019 год. По итогам года авиакомпания Turkish Airlines увеличила частоту рейсов во Львов и Одессу до 10 рейсов и 21 рейса в неделю соответственно. В результате на сегодня авиакомпания совершает более 70 рейсов в неделю в 6 украинских городов – Киев, Одесса, Харьков, Львов, Запорожье и Херсон. На данный момент Turkish Airlines является единственной иностранной авиакомпанией в Украине, выполняющей рейсы в Киев на широкофюзеляжном самолете типа Airbus A330, что позволяет предоставлять пассажирам услуги эксклюзивного уровня. Авиакомпания Turkish Airlines выполняет в неделю 3 грузовых рейса в Киев на самолете типа Airbus A330. В 2018 году авиакомпания Turkish Airlines перевезла более 800 тысяч украинских пассажиров, что на 28% превышает результаты 2017 года. Количество пассажиров на киевских рейсах увеличилось на 11%, а коэффициент занятости пассажирских кресел составил 71%. Число транзитных пассажиров из Украины увеличилось на 25% в сравнении с 2017 годом, а число транзитных пассажиров из Киева на 14%. Самыми популярными направлениями были Дальний Восток, Азия и США. В планах авиакомпании Turkish Airlines на 2019 год значительно расширить маршрутную сетку новыми направлениями. Пополнить авиапарк компании новыми широкофюзеляжными самолетами. Первая партия Boeing 787 Dreamliner будет представлена в июне 2019 года, а первая поставка Airbus A350-900 запланирована на 2020 год. С 15 февраля 2019 года будет добавлено 3 дополнительных рейса на маршруте между Стамбулом и Киевом. Таким образом, общее количество рейсов Turkish Airlines в Киев будет составлять 24 в неделю. С 6 апреля авиакомпания Turkish Airlines запускает прямой рейс Бодрум-Киев. Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам самолетом типа Airbus A320.